Итак, ребят, всем привет! В Слабалоце вышло обновление, в котором добавили новую перчатку Англера, а также парочку изменений, о которых я расскажу. Оборота маслина. Приятного просмотра. Давно мечтал о робоксах? Тогда заходи на сайт Robux.gg. На этом сайте вы можете купить робоксы по самому лучшему курсу. К примеру, 400 робоксов стоят 276 рублей. Robux.gg имеет множество положительных отзывов, а значит, ему можно доверять. А еще на Robux.gg вы можете получить робоксы бесплатно. Делитесь с другом своим промокодом и получайте робоксы с первой его покупки. Также прямо сейчас на сайте проходит масштабный розыгрыш на 300 тысяч робоксов. Не упусти возможность выиграть кучу робоксов и сделать эту зиму еще лучше, выполнив простые условия для участия. Получай робоксы дешевле, чем где-либо. Лучший курс на рынке. Моментальная отправка робоксов после оплаты. Круглосуточная работа сайта. Все это на Robux.gg. Все ссылки будут в описании. Чтобы получить бейдж, вам нужно на публичку зайти, потому что на приват нельзя получить, и используйте перчатку Allure. С помощью Allure вы должны сделать 10 киллов. Вы можете бить разных игроков, либо же одинаковых, неважно. Но слева снизу будет как раз счетчик, он будет вам показывать, сколько вы сделали киллов. Когда вы сделаете 10 киллов, вы получите данный бейдж. Итак, перчатка Англера, у нее 51 мощности, 14 скорость атаки и обилка Fishing Trip. Итак, вот она самая перчатка, и у нее есть обилка, которая меняет вашу перчатку на удочку. С помощью этой перчатки, во-первых, можете притягивать других игроков, вот так вот просто кинув на лёгкую мыши. Так и не попал, во. Просто притягивает к вам. То есть можете поменять на Е обратно и скинуть этого игрока. То есть она вернется у вас на перчатку. Также с помощью данной удочки вы можете рыбачить. То есть вот так подходите к пустоте, кидаете. И просто стоите там примерно 6-7 секунд, и у вас выловится рандомная рыба, либо, как видите, сундук. Сундук дает вам слапы, кстати. Рандомные. То есть, видите, сейчас дали мне 4 слапа. Может дать 5, либо 6, либо, может быть, даже больше. А также, помимо сундуков, вы можете выловить рыбу, такая как Frozen Fish, Puffer Fish, Bio Fish, Charged Fish и Electro Fish. Итак, первая рыба это Frozen Fish. Вы нажимаете левую кнопку мыши и выкидаете рыбу, которая просто будет катиться. Итак, данная рыба образует такую вот лётку, на котором вы будете скользить, и все. И она почему-то даже не замораживает. Какая-то, ну, слабая рыба. Следующая рыба это Puffer Fish. Вы нажимаете левую кнопку мыши и кидаете вот такую вот рыбу-фугу, которая раздувается. И откидывает игроков, которые будут находиться рядом. И все. И у фиш будет образовывать кислотное облако, которое наложит на вас эффект от перчатки Infected. И будет вас плавненько поедать. Charged фиш будет откидывать всех игроков, которые будут рядом с ней. То есть он вот лежит. И она просто взрывается и откинет довольно сильно игроков, которые будут рядом. Ну и последняя электрофиш, вроде как последняя, потому что я больше никакую не выловил. Вы ее кидаете и ударяет сильно, ну, огромная молния, которая довольно сильно откидывает игроков. Также есть шанс, что вы можете выловить боба, который будет агрессивен на ближайшего игрока. Ну и парочку изменений, их у нас очень мало. Они бафнули перчатку Антитла для глов, теперь она разгоняется быстрее. Пофиксили перчатку Эльгата против читеров, пофиксили инвентарь. Ну и говорят, что они вернули трейды, но что-то мне слабо верится, потому что я трейдиться все же не могу. Но некоторые трейды, предположим, с Хэллоуина я могу отдавать. Очень странно. Может быть, они пофиксят. Ну а так, в принципе, у меня все. Все, спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, если нравится мой контент. Заходите в Discord сервер. И увидимся в следующем видео. И всем пока.